Здравствуйте! Концерн Шкода готовит бюджетный кроссовер конкурента Renault Duster. Шкода решилась на разработку целой линейки недорогих моделей, чтобы соперничать с бюджетными автомобилями. Главные соперники – это кроссовер Renault Duster и седан Renault Logan. Недорогие Renault – сильные представители своего сегмента, поэтому многие компании хотели бы предложить соперникам известным моделям. Шкода уже работает над этим. Индийский офис производителя занят разработкой соответствующих автомобилей в стране, чей рынок в последнее время активно развивается. Кроме того, новые машины могут появиться и в Европе, где недорогие модели также популярны. Это касается как непосредственно Renault, так и их близнецов Dacia Duster и Dacia Logan. Соответственно, для соперничества в разных классах чешский производитель разрабатывает сразу несколько новинок. Первое – это компактный кроссовер, созданный на модифицированной платформе MQB-A0. В разных версиях она лежит в основе большого количества автомобилей, в том числе Skoda Scala, Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Предвестника перспективной модели покажут в феврале 2020 года. Наверняка новый кроссовер Skoda выполнят в актуальном корпоративном стиле. Вдохновителем может послужить Skoda Kamiq, который, кстати, также базируется на платформе MQB-A0. Необходимо отметить, что уже к концу следующего года серийный кроссовер поступит в продажу, а в начале 2021 года к нему присоединится седан, который составит конкуренцию Renault Logan и Hyundai Accent. А вы что думаете о будущем автомобиля? Свои мнения, пожалуйста, оставляйте в комментариях. На этом обзор закончен. Спасибо за внимание, до скорых встреч, до свидания.